В Большом зале городского дома культуры города Славянска на Кубани стартовал цикл концертов Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Леонарда Гатова. Более 500 юных зрителей, учащихся школ искусств и общеобразовательных школ района, познакомились в этот день с мастерством лучшего духового оркестра края – Кубанским духовым оркестром под руководством заслуженного артиста России Валентина Спиридонова. Он создал собственную концепцию современного духового оркестра. От военных оркестров он унаследовал блеск, парад и атаку, мягкость звучания, праздничность, раскованность от джаза. От аристократов симфонических оркестров он взял высокую музыкальную эрудицию, обширный репертуар, склонность к изысканной классике и стремление к совершенству. Оркестр – непременный участник всех значимых культурных событий края и Краснодара. Основу музыкального содержания составляют восстановленные старинные марши исторических полков Кубанского казачьего войска. Концерт проходил в рамках проекта «Классика юным». Он создан специально для районов Краснодарского края и направлен на формирование интереса детей и юношества к классическим произведениям мирового культурного наследия. Следующее выступление в рамках проекта в Славянском районе состоится 21 ноября. Свое творчество юным зрителям продемонстрирует симфонический оркестр Краснодарского музыкального театра.